Теперь перчане могут детально ознакомиться с историей нашего города в любое удобное время. Такую возможность дает новый интерактивный стол. Историческая информация разделена на 6 тематических разделов, которые позволяют максимально погрузиться в прошлое. В виртуальную энциклопедию загружены подлинные домовые книги. Они содержат подробные сведения о гражданах, о роде их деятельности, о сельскохозяйственных животных и многое другое. Здесь представлены улицы, дома той эпохи. И в зависимости от выбранного отрезка времени мы можем посмотреть, проследить, как менялось здание или предприятие, название его. Предметы домашнего обихода, архивные документы, биографии известных личностей города – все это стало частью большого архива. Это позволит берчанам расширить свои знания о родном городе, а ученикам и студентам писать интересные доклады и научные работы. Это настоящая энциклопедия о Старом Бердске. Цель проекта не только погрузить в атмосферу Старого Бердска, но и рассказать об имеющихся материалах музея для более подробного изучения истории города. А закрепить знания поможет викторина. Стоит отметить, что электронная книга еще не завершена и будет дополняться новыми данными.